От заката до рассвета. В субботу в Саратове прошла танцевальная ночь. Проект этот всероссийский. Одновременно с жителями нашего города танцевали в Крыму, Мордовии, Липецкой, Ивановской и Московской областях. В Саратове на разных танцевальных площадках для всех желающих были организованы бесплатные мастер-классы, флешмобы и танцевальные шоу. В ритме танца вместе с саратовцами двигалась и наша съемочная группа. Я в стране танца. А значит, мне будет весело и радостно. Любимые с детства герои, но уже в стране танцы. Первыми открытия танцевальной ночи в Саратове оценили самые маленькие жители нашего города. В лицее-интернате естественных наук прошел благотворительный концерт «Алиса в стране дэнс». Билеты на концерт купить было нельзя. Они раздавались школьникам бесплатно. Сегодня приняло участие огромное количество коллективов, практически все коллективы нашего творческого клуба «Созвездие». Это эстрадный ансамбль «Голд», эстрадный ансамбль «Колизей», «Лайм», «Флэш». В основном это танцевальное направление мы сегодня взяли, поскольку танцевальная ночь в «Созвездии». И, соответственно, все танцевальные коллективы здесь представлены. Детское шоу было первым в программе «Танцевальные ночи». В нашем городе это мероприятие прошло впервые. Всю ночь с 6 вечера до 6 утра любой желающий мог принять участие в нем. Организаторы надеются, что проведение танцевальной ночи в нашем городе станет регулярным. Танец несет потрясающую в себя суть, философию. И как бы люди, отстраненные, погрязшие, скажем так, в быту, прикасаясь к этому жанру, искусству, черпают много позитива, раскрепощаются и тем самым становится счастливее. Вдох. Выдох. Еще раз вдох. Выдох. Танец живота, сальса, вальс. Любой желающий мог попробовать себя в разных танцевальных направлениях. Творческий клуб «Созвездие» этой ночью распахнул свои двери для любителей танца. Мастер-классы здесь проводили профессиональные хореографы. Организаторы учили не только танцевальные пристрастия участников, но и их возраст. Далее гипермарафон переместился в один из развлекательных центров города. На улице очень холодно, но даже это не останавливает любителей танцев. Несколько десятков человек собрались здесь, перед ночным клубом, чтобы принять участие в танцевальном флешмобе. Кульминация танцевальной ночи состоялась уже в самом ночном клубе. Более 20 танцевальных коллективов боролись за звание лучшего. Мы должны выбрать самых достойных, мы должны определить победителей фестиваля. Хореографы будут все-таки судить по каким-то профессиональным качествам танцоров. Я все-таки буду оценивать тех, кто с душой танцует, скажем так, и наиболее эффектно это делает. Лучших выбирали сразу в нескольких номинациях. Лидером среди сольных исполнителей стал Александр Лялин. В командном соревновании первое место занял коллектив «Show Me Avocado». Победителям фестиваля получили денежные призы и подарки от спонсоров. Анастасия Куклева, Максим Пустовалов, РЕН-ТВ, Саратов.